От страха избавиться нельзя. Благодаря страху вы сегодня живы. Чтобы заработать большие деньги, вы должны бояться. Чтобы запустить бизнес без стартового капитала, у вас должен быть уровень страха. Если вы избавитесь от страха, то, скорее всего, вы умрете. В этом видео мы поговорим с вами про то, можно ли избавиться от страха. Всем привет, с вами Александр Тен, и в этом видео хочу с вами обсудить очень важную тему, которая называется «Избавление от страха». Я очень много слышу в последнее время от людей, что если бы я избавился от страха, то я бы без проблем запустил бизнес без стартового капитала, я бы начал заниматься инвестициями, я бы, возможно, ушел с старой работы, а той работы, которая мне перестала приносить удовольствие, перестала приносить деньги и так далее. И у меня всегда возникает вопрос, а что останавливает этих людей? И люди это объясняют таким понятием, как страх. Я боюсь перемен, я боюсь сменить работу и так далее. И здесь встал вопрос, а стоит ли избавляться от страха? Перед тем, как я отвечу на вопрос, поделюсь своим мнением, стоит ли избавляться от страха, для начала давайте разберемся, что такое вообще страх. Если копнуть немножко дальше, что страх – это наша эмоция, страх – это наше чувство, и многие люди испытывают чувство страха. А если разобраться еще дальше, то какие максимальные последствия могут быть у нашего чувства? В этом случае я всегда говорю, максимальные эмоции – это могут быть ладошки вспотеют, штаны можно наложить, и какие могут быть еще максимальные эмоции? Сердце начнет колотиться и так далее. И забегая вперед, могу сказать, что от страха избавляться противопоказано. Мы сегодня с вами живы по той причине, что у нас есть чувство страха. А страх отвечает за чувство сохранности, и мы сегодня с вами все живы благодаря тому, что у нас развито чувство страха. Страх защищает нас от определенной опасности. И от страха нельзя избавиться. Это опасно для нашей жизни, но чувство страха, его можно регулировать, его можно снижать. И в этом случае я советую снижать чувство страха. Страх – это как сигнализация у вашего автомобиля. То есть сигнализация может настроена таким образом, что автомобиль стоит, его никто не трогает, при этом кричит сигнализация и так далее. Соответственно, то же самое происходит с вашим чувством страха. Чувство страха можно снижать через определенные инструменты, через определенные тренировки. И, кстати, такими тренировками мы занимаемся на тренинге «Новый финансовый уровень». Мы ходим по стеклам, мы рубим доски, и я делюсь, что такое на самом деле страх и как снизить это чувство страха. И когда вы снизите чувство страха, то здесь приходят сразу новые ощущения. Многие люди начинают запускать бизнес, заниматься инвестициями, менять работу, возможно, жену или мужа, который не дает развиваться. И если вам интересно разобраться глубже про эту тему, есть информация про тренинг «Новый финансовый уровень». Можно встретиться на тренинге «Новый финансовый уровень» и прокачать ваше чувство страха, снизить это чувство страха и развязать вам руки для того, чтобы вы имели крутые результаты, серьезные результаты. И делитесь под этим видео своим пониманием, что такое страх, и давайте обсуждать эту тему. Спасибо, с вами был Александр Тен, до скорой встречи, пока-пока.